Количество вибраций в секунду, укладывающихся в звук, называется частотой звука. Частота измеряется в герцах. 1 герц – это одно колебание в секунду. Самая высокая нота, доступная человеческому слуху, имеет 20 тысяч колебаний в секунду, то есть частоту в 20 тысяч герц. Самая низкая нота, доступная человеческому слуху, имеет частоту около 20 колебаний в секунду, то есть 20 герц. To see something scary. Welcome. You listen to the Robot Podcast. Do you want to play a game? Board54.1. You scare me so bad! Приветствую всех, кто любит басы пожирнее, снейры поострее и миксы понаваристей. В эфире 54-й выпуск научно-фантастического, музыкально-патриотического драм-н-бейс-шоу «Нейропанк». Его первая половина. У микрофона без... Подноси тарелки, буду раздавать жаркое. На первое у нас сегодня Teddy Killers с телегой Frightmare. Работа с последней эпишки на Ram Records. Я сыграю каждый трек оттуда, потому что каждый трек оттуда — это гребаная пушка. Перекатами проект Focus Fire со своей новой ID-хой Dumbplate. Конец дождливого ноября, а у кого-то уже, наверное, далеко не дождливого, а снежного. Соскучились по эфирам Нейропанка? Я точно да. Мы, конечно, начали с Пашей Пепперклипом проводить свои стримы. Кто еще не видел, залетайте к нам на YouTube. Но подкасты — это что-то особенное. Oh my.
лазерные перестрелки от команды Dispersion. Работа называется Starship, вышла на iBrain'е. Поздравим парней с релизом на уважаемом лейбле. Как и в прошлый раз, разбит на две части. Моя большая на 2,5 часа, посвященная танцевальным трекам, рабочим боевикам. А вторая у Паши Пейперклипа более трушная и темная. Выйдет она примерно через неделю после релиза вот этого выпуска. Звучит айдишка от Миуана. Скоро выйдет селф-релизом на всех площадках. Михалыч, заводи Урал. Разваливают Терри Киллерс. Работа без названия. Обозначено как Untitled 6. Это трек с Патреона парней. Питерский музыкант Foundation.
недавно победивший в ремикс-контексте на DC Breaks. Трек называется Scams и подписано на Neuropunk Porsche. Зарелизим где-то в начале следующего года. Сальцем агрессор Банкс, Eternal Frost. У агрессора в ближайшее время выйдет большой альбом на Nightbrain. Этот трек уже вышел синглом. Полюбившаяся всем из прошлой части нейропанка Катя Драматикс со своей работой «К пропасти» в ремиксе Saint Rider. Пропасти не подойду, не упаду, с края земли не сорвусь. Даже если трек вышел с селф-релизом. Не боюсь, но зачем ты морюсь? Я в землю когтями вопьюсь и диким ветрам покорюсь. И сильнее будет биться мой пульс, грома распятыми грунта, вина ударами грунта, поступи твердый потом кому.
сюрприз, ребята. Возвращение One by One, подкаста Нейропанк. На самом деле это коллаб Decades и One by One. Decades, как вы помните, это проект Виталия Малка и чешского музыканта Physical Research. А в One by One сейчас остался один участник, Андрюха. Работа называется Nothing Left to Say и выйдет на Neuropunk Records. Ганчер и Руин под названием Wake Up.
Релиз NMA Records. Женя Крусифайми и Миша Hey Soul. Bad Boy Sound. Hey Soul звучит в нейропанке первый раз. Конграц. Донбасс, Краснодон. Это Tentacles Backlash. Игнесен Дабплейт.
классно. Костян Медитация наконец-то доделал вторую сторону своего релиза на нейропанке. Называется Rave. Будет одним из первых релизов на лейбле после Нового года. Эй, старичьё, на связи? Мурашки пошли. Хит всех времен и драм-н-бейсов от Evil Intent. Dead on Arrival в ремиксе Bad District. Bad District сейчас остался тоже один человек, это Андрюха Мархэм. Ремикс выйдет на Evolved Intent Recordings. Информация по мероприятиям, ребята. Уже через две недели у нас подряд пройдет три фестиваля в Москве, Минске и Санкт-Петербурге. 3 декабря Москва, Известия Холл. 11 декабря Минск, клуб Хайп. И 18 декабря Санкт-Петербург, клуб Морзе. В Москве и Питере лайнап практически идентичный. Это Гидра, Тедди Киллерс, Мизо, Фэтлов, Дисперсион, Чейзер, Ганчер и Руин. И небольшие изменения. В Москве добавится Синерджи, а в Санкт-Петербурге Пейперклик. В Минск приедут Тедди Киллерс и Мизо при поддержке большого локального лайнапа. Билеты на Москву и Питер на сайте neuropunkfest.ru. Все посты про все мероприятия есть у нас на стенке в сообществе Neuropunk Records. Мясо. Жги. Медведи. Медведи-убийцы. С убийственным драконом Stuck Inside.
Позитивных вайбов от Mindhead, Melanox, Fit Юлия Орешка, Infinity. Илья Mindhead у нас уже бывал. Арома Melanox попадает в основные выпуски впервые. Кирову респект. Работа вышла на High Resistance Records. Жарим, да? Со старта вообще без передышки идем. Нормал. Отчетливо слышен Fat Love. Это их коллаб с Bad District под названием Force Gurkha. Будет в декабре на High Resistance. Медведики и их посадочная капсула. Все та же EP на Aram Records. Предлагаю на этом месте немного пар спустить и передохнуть.
давно не захаживал к нам в передачу Жека Dark Soul. Его последняя работа «Астронавт» выйдет на их собственном Соструна лейбле в начале 22 года. Нашего патреона называется «Лук Ниндзя». На патреоне раздаем по одному эксклюзивному треку в месяц. А также прокачиваем ваш продакшн уроками. Welcome! Костра. Проект Абстрактония. Рипер. Вряд ли этот трек в честь Доу. Этого трека, к сожалению, утерян. Осталась только MP3-шка. Возможно, постараемся ее зарелизить с эксклюзивом в нейропанк-аппе. У нас там каждую субботу
выходят эксклюзивом треки, нигде не изданные, всякие секретные, утерянные и так далее, контент, который больше нигде не доступен. Подписывайтесь. Первый на сегодня ремикс на треки из сольного альбома Гидры Найтбрейн. И это ремикс от Скантии на трек Vibe совместно с IHR. Это мой любимый ремикс из всех. Сегодня сыграю практически всю пачку. Без шансов. Старички Dialox подогрели свежим стафом. Тапка под названием No Chances. Lie to you about your chances. We'll be right back.
Саня из Кипта накладывает с горкой. Тюн называется Lockdown. Cataclysm Recordings. От абстрактонии. Подставляй миски, чашки, тарелки, ложки. Айдиха, да плей. Очень сердцу приятный ремикс от дедушки Гридлока. На самый хитовый трек альбома Lava Run, который набрал уже по миллиону прослушек в Spotify, на YouTube и так далее. Тупо по алде. Let's see.
Звучит айдиха от Aggressor Banks, Dub Plate. Бефстроганов по-бело-церковски. Делай громче звук. Мы пришли на рейд. Хитяра всех джамп-ап танцполов. Это Smokey D и Low Riders. Мы все пришли на рейд. Мы пришли на рейв. Релиз Time of Night. Мы до утра. Каждый будет день, все люди ждут бэкэнда. Это драм энд бэйс. Пропаганда. Все идем на рейв. 3 декабря Москва. 11 декабря Минск. 18 декабря, Санкт-Петербург. Ждем! Мы пришли на рейв, тусить до утра. Мы все пришли на рейв, тусить до утра. Бега всем девчонкам, бега всем пацанам, бега всем, кто на танцполе убивает кеды в хлам. Бега всем рейверам, бега джангристам, бега нашим людям и всем районам. Это то, что любим мы. Группируйся. Жуковский в эфире. Работа от Фэтлов, Сабмайндерс и Малстром. Впрягай. Дабплейт нейропанк Порш. Знакомая гитарка. Да-да.
прилетели комментарии. Песен еще не написаны сколько, скажи, кукушка, пробой. В городе мы жители на высоко, кому не жать и гореть звездой. Великолепная Полина Гагарина со своим кавером на нетленку от Виктора Цоя «Кукушка» в ремиксе Кирилла Мэйч. Кирилл там крепко травмировался несколько дней назад. Поправляйся, брат. Судьба трека пока не ясна. Видимо, идут переговоры с правообладателями. Беспардонно с ноги ворвался в гримерку Гагариной Юра Озноб. Телег называется Sidewalk, вышла на Raven Panda. Грядущий релиз Neuropunk Records. Это коллаб Терри Киллерс и известного американского дабстеп-продюсера Company Assault. You
Зо, Disconnect. Работа с его Патреона. Леха тоже сейчас находится в реанимации, но вроде как идет на поправку. Давайте пожелаем братишке здоровья. Леха, ждем тебя скорее. Ждем треков твоих. Поправляйся. Передача Кирилл Параноик Дел, Сибирь, Кемерово. Тюн называется White Noise, вышел на лейбле Fractal Sound. Эксклюзивный трек с Патреона, на этот раз от Aggressor Banks, называется Zero Gravity. Спасибо. Обожаю мешать жесть с лирикой. Получается взрывная смесь. Ай-е! Send me a little thing.
звучит Blue Foundation, Eyes on Fire в ремиксе Mizo. Patreon. Мой любимый трек последние несколько месяцев – это Плаго. В прошлом Tesla Coil с телегой Bastard. Дабка Нейропанк Форж. Модно, молодежно. Ремикс на Zombie Cats, на их трек Rocket от Psynchron. Вышел на лейбле Zombie Cats. We'll be right back.
еще один эксклюзивчик от D-Alex. Дабка под названием Intersection. В эфире. Это коллаб Капеллов и Lowriders Backyard. Вышел на Drum & Bass альбоме Капеллы. Работ Dark Matter.
вышла на британском лейбле Echo. Лирику не одобряю, а трек классный. Вышел фришкой в ВК. Подальше от меня не оставляй багаж. Я не позволю страсть стихнуть, что горит в глазах. Ведь в моих целях искупать свою семью в деньгах. Я называю это горько плат за успех. Спроси у своих лучших, что известно мне. Когда я все со мной перетаю при тебе, ты можешь посчитать все шаг на лице. Я называю это горько плат за успех. Мягкий релакс с Саней Ньюёрталом. Что-то и не релакс нафига. Хорош. Свежая его работа под названием Anastasia выйдет на Program Records. Remember, I always wanted to be a gangster, gangster, gangster. Please
business is business. Ух, злые братцы. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Release NMA Records. Сегодня работа от Кати Драматикс. Священный мош пит. Пит Мэджик ремикс. Это вам не мамбо. Парафином бабицу лавирую, как лава лампа. Парата дамба, магии под мыхан. Сергут, они прави, без особенного там. Со спугном глупы предлоги делают поле преданный, как вы. Эти дредлоки далеко не вред, да не банты. Когда идешь, чуя по земле дрожь. Значит, склонит от пари, мы крутим сушеный монстр. Ачивка для меня. На музыке этого человека я рос и пошел по пути драм-н-бейса во многом благодаря ему. Это ремикс Кемаля на Гидро Стонин. We'll be right back.
на серьезных щах завалил к нам Paperclip с работой Polydom. Релиз лейбла Play Me. Как многие уже знают, мы с Пашей Paperclip'ом начали свое собственное drum'n'bass шоу Нейрогон, стримы которого вы можете наблюдать на нашем YouTube-канале Neuropunk Records. Провели уже 4 выпуска, кто не видел, бегом на канал. Планируем стримить по выходным. Присоединяйтесь. Играем старые треки, слушаем ваши демки, болтаем, смеемся. В общем, отдыхаем в конце недели. От Decades и One by One на нейропанке. Называется Stasis. Белорусы дают огня. Paperclip, точнее его сайт-проект Distant Future с работой Fallback. Вышла на Oz Riders Records.
Ностальгические мотивы из Красноярска. Стабильно подобный стаб нам поставляет МФ. На этот раз с вокалисткой Полей Михайловой. Песня называется «Больше не вернуть». Все больше не вернуть назад. Про МФ мы все знаем из прошлых выпусков, а Оля работает с детьми, преподает вокал в Центре детского творчества. Максель, господа! Для многих. Называется «Поплыву». Это один из треков будущего альбома «Steam Axel», продюсированием которого занимается Леха Тобокс. Вот так вот. Позитивные вайбы в эфире Нейропанка. На этот раз это Ник Зигзаг с треком Pocket Rocket. Ракета, которая вышла на Life History Records.
историю какого-то неизвестного нам робота решили рассказать Абстрактония. Робот Стори на Play. Хитяру всех тиктоков. И угадайте, кто же ее сделал? Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами. Это The Haters, Фит Джарахов, «Я делаю шаг» в ремиксе Савоки. Куда не знаю сам. В Савоки ходят Крот и парни из Dispersion. Саша, Вова, Кирилл. Вот такое незатейливое название. Трек вышел на Warner Music. Шумные толпы людей. Столько порнок, столько путей. В этой плоскости дней я точно такой же, но немного живой. Ведь я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Я двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Ведь я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Я двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Долгое время жила в Лондоне, сейчас проживает в США. Трек вышел недавно на Black Inferno Records. Like, first off, you don't run nothing. All talking, no team bluffing. I squat well, dream crushing. Ain't
Том Уилсон, Run For Your Life, Dispersion Bootleg. First off, you don't run nothing. All talking, no team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Pin down and I'ma get it right. Dead on sight, like. First off, you don't run nothing. All talking, no team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah. Выпущен в Фришке, скачать можно на SoundCloud. And I'ma get it right, then I'll fight like. Lay down and I'ma get it right, then I'll fight like. Это гид.
Hydra Universal Meditation. Зацитирую Дэйва Дженкинса с Vision Radio. Как вы думаете, кто же мог сделать ремикс на трек с названием Meditation? Конечно же, это Chill Out Король Audio. Объясняет, как надо делать настоящий drum and bass. Его свежий панч под названием Ginger Head. The Plate Pepper Funk Recordings. Вторая сторона дебютного релиза Foundation на Neuropunk Purge. Hard Peel. Реально тяжелая пилюля. Доктор Импиш со своей одихой. Будущий релиз Occulty Music.
свежайший эксклюзив для нейропанка. Алексей Н.А. Illest MF. Ой, сейчас начнется. Макс Корж, нейропанки. Ну да, Макс Корж, нейропанки. И Полина Гагарина в нейропанке. И чё? Дрожь по ногам позабыта порой. Знаешь, пусть я не твой сегодня. Гнутся стрелы, да, пополам. Гром в этот день впереди ураган. Как-то не крути, но все мое глаза боже. Знаешь, сегодня я не твой дружба. Притяжение закон, до тебя мне далеко. До подсветок погулять, да по флягу босиком. С этим дымом без огня я вернулся без себя. Студия друзей полна, как же вас хочу обнять. Доверять всем, как себе, невзирая на потом. Слабость, что мешало там, снова я назвал добро. С этим чувством я рожден, главное, чтоб когда вернусь, не спрятать его снова под грудь. Наверное. Песня называется «Не твой». Ремикс от Double Medley и Arroy. Парни выложат ее в рихой. Гнутся стрелы над головой. Пол бетонный дымит подо мной. Дрожь по ногам позабыта порой. Знаешь, грусть, я не твой сегодня. Гнутся стрелы да пополам. Гром позади, впереди ураган. Как ты не крути, но все мое позабудь. Знаешь, сильно я не твой друг. Гнутся стрелы, рвутся стрелы. Гнутся стрелы, рвутся стрелы. Гнутся стрелы, рвутся стрелы. Гнутся стрелы. И над головой, и над головой. Тут вернулся. Да это же Слава Тайфон. С дембелем, брат. Телег называется Форс Мажор. Дабплей.
любимый трек Гриндера «Nine Points» в ремиксе Дани Кодекса. Выйдет совсем скоро на Oz Riders. Кстати, ребята, те, кто собирается прийти на фестивали, задаете много вопросов. Будет, не будет в связи с текущей ситуацией. Я на самом деле ответов не знаю. Я не организатор. Я занимаюсь музыкой, артистами, миксами. Эвенты делают специально предназначенные для этого промо-организации. Такие вопросы нужно задавать на страницах мероприятия в социальных сетях. Тем не менее, если вы собрались и вам нужна экипировка, вы можете закупить свежую линейку мерча на shop.neuropunk.ru либо со скидкой в приложении neuropunk.app. Дабл Медли, Фит Трики Скилл, Пандорум. В проекте Дабл Медли два человека. Герман из Сталина, Эстония. И Никита из города Агрыз, Татарстан. Younger than you when I first came on board. Funny, I can't even remember what life was like before this fight. That's all I have. It's mission to stab me to put the location of each build. Thank you.
накидывает Saint Roberts. Телега называется Torn Shoe и выйдет на Neuropunk Porsche в ближайшее время. Прошлой неделе как раз эксклюзивом Neuropunk Up выходил трек тоже от Saint Roberts. И там вообще очень много интересных треков. Например, старые треки Кубрака, что-то от Чейзера, что-то от Пейперклипа. Заглядывайте. Жарим дальше, это Subfocus с Том в ремиксе Миуана. Выйдет фрихой. Имею честь анонсировать новый музыкальный проект под названием «Симбиоз», который входит Виталя Гриндер и Штефан Ментл, в прошлом «Покейт». Парни объединились, пишут тюны, скоро зашумят. Телега называется Sell Out The Plate. Потихоньку приближаемся к концу подкаста, точнее, мы уже почти на финише. 2 часа с копейками пролетели незаметно. Сейчас это определить тяжело, потому что подкасты разбиты на 2 части. И диповый, и жирный блок переехали к Пашке во 2-ю часть. Но многим такой формат понравился, так что пока двигаемся этим вектором. У нас с Павлом отличный симбиоз.
Леша Тубок, Speed Sammy Hall с работой Breeze. Вышла на днях на американском плейме. Держим пальцы крестиком, чтобы все ивенты во всех городах прошли круто, без нарушений, без проблем. Чтобы мы там все встретились и подарили друг другу отличные эмоции, такие же, как эти треки. Girl. Как могут в городе, в котором строили танки, рождаться вот такие красивые мелодии? Ответьте мне. Это Кирилл Мэйч с работой Cities, Dub Plate. Вот и добрались мы до последнего трека. Нейропанка 54.1. Это Гринда и Ник Зигзаг, Need Nobody. На самом деле Гринда и Зигзаг проект ого-го с какой историей. Люди, которым далеко за 30, возможно, помнят этот проект с различных сборников. Гриша Гринда из Ростова, Коля Зигзаг из Пятигорска. Валят на сцене с 2006 года. В 2010 проект прекращали. Сейчас снова делают совместно. Респект. Работа вышла на Life History Records. Отличное завершение такого плотного, жесткого подкаста. Надеюсь, вы довольны. Я же буду с
вами на этом прощаться. Как всегда, желаю вам огромного добрища, интересных и нескучных дел, настроения такого, чтобы душа все время пела, чтобы работа спорилась, чтобы мысли интересные постоянно приходили в вашу голову, чтобы все вокруг двигалось, жило, цвело, чтобы вы слушали эту музыку, наполнялись ее энергией и жили полной грудью. Всех с наступающим через полтора месяца Новым годом. Будьте здоровы. Peace, respect. Пока. Останется. И останется. Он останется.